Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, сегодня у нас воскресенье, значит, завтра конец недели, и мы с вами получим призы. Поэтому сегодня мы должны с вами подтянуться немножко на арене. Так, ну начнем с заданий. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Окей. В боях мы будем с тобой драться немножко по-другому, да? Выбираем Донателло и смотрим, что нам нужно для прокачки. Так, погоди-ка секунду. Ага, вот здесь мы с тобой остановились, и нам нужно 6 ячеек крэнгов. Давай попробуем вот отсюда достать. Нет, не получилось. Попытка номер 2. Опять в пролете. Да что ты будешь делать, а? Не везет, друзья мои, не везет. Микроскопы нам, понимаешь, дают. Да ладно, ну. Это просто издевательство. По-другому не назвать. Вот. Дали первую силовую ячейку крэнгов. Ну и все, наверное. Мы сейчас, скорее всего, с вами задание выполним и не насобираем нужное количество. Понимаешь, микроскопы мне нужны. Микроскопы, вот они мне их суют. Я не знаю, как кому и как что. Все, мы с вами выполнили задание. Всего лишь одну силовую ячейку крэнгов мы с тобой нашли. Но это жесть. Что я могу тебе еще сказать по этому поводу? Ладно, давай забираем награды за выполненное задание и поднять уровень персонажа. У нас с тобой 9500 мутагена. И значит, нам нужно взять кого-нибудь послабее. Так, секунду, сейчас посмотрим. Ну и кого? Вот ты мне прикажешь тут. Давай, может быть, Рокстеди прокачаем маленько. Хотя бы до 48 уровня. В идеале, конечно, получить бы ему 50-й, и было бы хорошо. Забираем остатки роскоши и бежим прямиком просто-напросто с вами на турнирную арену. По испытаниям у нас вроде бы все, да, друзья мои? Все закончилось, все, что мы могли, мы сделали с вами. Попытались, так сказать. Так что, ребят, больше здесь нам делать нечего. Да, сплинтера у нас пройдено испытание. Так, здесь у нас все тоже идеально. И тут тоже идеально. Так что, ребята, остается только лишь лига. Ну, давай посмотрим, где я, на каком месте нахожусь. А, лига мастеров, одна звезда, ранг 96. Ну что же, давай будем втапливать. И возьму я, наверное, сейчас Асеньку. Да, будем с ней драться. А возьму Леонардо, у нас с тобой 6 откатов. Донни, подожди пока. Но я хочу отыграть по максималочке. По максималочке своих слабых персонажей. Я вот думаю, начну, наверное, с полтинничков, да? Возьмем вот так. Так, Лео. И к Леонардо нашему, да, основному, возьмем, ну, предположим, Армагошу. Я думаю, что это будет идеально. И все-таки мы сможем здесь пройти. Мне нужно как можно больше провести боев, чтобы получить больше, как говорится, кубков. Итак, ох, Лео тут красавчик. Елки-палки, просто с одной вертушки уложил всех. Мне это очень нравится. Но мне нужно попасть в Лигу мастеров 2 звезды. И мало того, что попасть, еще нужно укрепиться. А это будет сделать очень и очень сложно. Так, ну что, с 96 места мы с тобой перелетаем на 87. То есть, как минимум, нам нужно провести 10 боев. Так что нацелимся на вот такой вот прогноз. Здесь у нас Андреас, Амель и Артура. Ну, будем, конечно, брать либо Андреаса, либо Артура. И я выбираю Андреаса, потому что здесь, ну, уровень поменьше все-таки. 64-й, да? 65-й. Поэтому я могу еще отыграть своих слабеньких персонажей. А там уже за 70 было. Так, вот я думаю, что бы мне взять-то сюда. Армагон. Слушай, а давай Змейка Вьюна возьмем, а? Я думаю, на добивку его будет более чем достаточно, да? Тем более, если наш Леонардо сейчас сделает круто очень все, как в первом бою, то будет вообще замечательно. Ну-ка. Красавчик. Так, тихо, муха делает отхил. Вот это плохо, друзья. Так, повышает инициативу. Ну что же, погнали. Так, далее будем бросать мячик. Слабовато. Ага, у нас есть массовая атака. Давай вот эту вот попробуем. Насколько она хорошо бомбит. Отлично. Нам хватило, чтобы уничтожить муху и... Так, да, ребята.
Микеланджело Ролевого мы тоже уложили. Поэтому продвигаемся с вами дальше. И, надеюсь, позиция будет 78-я или 77-я. Посмотрим. С какого перепуга у меня здесь фотка поменялась, ты видел? 80-я позиция, друзья мои, что-то как-то слабенько немножко. Мы с тобой продвинулись. Абиссай и Александр. Ну, возьмем, наверное, Сашку. Да? Еще я боюсь, что у нас с тобой откаты кончатся сейчас быстро, и мы не успеем отыграть львиную долю наших слабых персонажей. Угу. Такой шанс есть, он всегда есть, ребята. И также у нас есть шанс слиться. Стоит только кому-то прозевать, и мы можем получить в лоб, например, Эйприл или Мондагека, и они упадут. Ну-ка, Лео, давай. Так, отлично, вот теперь надо нам не пасануть. Шикарно, Паукус очень хорошо нас выручает, он всегда вот своей массовой атакой. Но даже если бы у него и не вышло, то все равно, я думаю, мы успели бы добить нашего врага. Так, ну и куда же мы с тобой приземлимся? Ох ты, 67-я позиция, ничего себе. Это была 80-я и стала 67-я. То есть 13 ступенек пролетел. Отлично. Слушай, опять те же самые ребята, вот добавляется сюда еще только Аман. Ну, Амеля мы брать не будем, потому что у него по кубкам слабо все. А вот Андреас или Амана, и я возьму, скорее всего, Амана. Угу. Я прав? Да. Я думаю, что я прав. Откатики наши Да, Дони, хорош. Наши откатики потихоньку, полегоньку заканчиваются. И я все больше и больше начинаю нервничать. Понимаешь, да, почему? Я хочу сыграть как можно больше боев. Для этого еще при этом не сфейлиться. Вот самое главное — не сфейлиться. И когда вот тебе такие вот ребятульки достаются в бой, ты думаешь, а не завысил ли я себе планочку? О, ядхил идет. Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои, вот это вот плохо. Мы сейчас тут, по-моему, с вами всхлопочем. Угу. Что я могу здесь сделать? Ну, предположим, я сделаю дебаф. Ну, предположим, даже я стрельну. Морозильную кошку мне уже хотя... Ну, давай попробуем, но мало шансов на то, что она выживет. Ой-ой-ой-ой-ой, Рокстеди, что ж ты делаешь? Как вот нам тут быть? Так, ну попробуем Бибопа, наверное, с тобой все-таки уничтожить. Так, Лео, у Лео нету, понимаешь, вертушки, ничего такого. Давай просто пробьем. Так, кто у нас там дальше ходит? Хильнемся тогда уже с тобой еще разок, да? Вот таким вот образом. Эть! Морозилочка моя бедненькая. Так, надо нам как-то Рокстеди с тобой почикать. А сможем ли мы его? Ой, боюсь, нет, ребята. Боюсь, нет, хотя... Ну, есть маленький шанс. Ну, давай батарангами бомбанем. Понятно все, друзья мои. Морозильную кошку потеряли, к сожалению, мы с вами. Это грустно, это печально осознавать. Но, видишь, ничего я здесь не смог сделать. Как бы нам не потерять еще кого-нибудь? Нет, слава богу, повезло. Да, не ожидал, конечно, я такого эффекта. Ну, ты видишь, да? Леонардо все сделал правильно, но нас подвел Бибоп, который успел отхилиться. А почему отхилиться успел? Потому что инициатива у него все-таки преобладала. Слишком у меня в команде были слабые противники. Точнее, мои бойцы слабые были. Да, и этот бой, грубо говоря, мы с собой слили, потому что мы передвинулись всего лишь на там 2-3 ступеньки, ранг 64-й. Плюс мы потратили откат. В общем, ты понимаешь, что это провально. И может очень сильно сказаться на нашей, как говорится, потом конечном результате. Да идите вы отсюда, господи, прете. Вот как вот мне, вот Клео брать? Кого? Ну, естественно, будем брать, наверное, нету Карайку, а вот змею. Отыграть вот полтинники и уже 60-й уровни, они будут более-менее чем... самодостаточный, чтобы сами тут уже драться. Ай-яй-яй, ты видишь, какая фигня получается. Давай, Карайка, сделай добро. Так, ну в принципе неплохо. Лео нам нужно попробовать уничтожить. Сейчас будет отхил. Сейчас будет жесткий отхил, и мы опять с тобой попадем. Надо успеть его бомбануть. Ну, да чтоб тебя, блин, а. Все, ребят, пошел отхил.
Ну и что теперь? Сейчас нас тут разберут по полной программе. Вот попомни мои слова. Смотри, что делают, а. Отхил этот вообще не поможет здесь. Ну что, уничтожаем тогда с вами Лео. Пытаемся, по крайней мере. Так, сделаем дебаф. Только толку-то от него. Так, следующим кто у нас будет ходить? Сплинтер. Ну, я не знаю, стоит ли пробовать, ребята, его заморозить. Рискну. Вау. А вот тут уже риск. И как мне сделать? Ну, давай я сделаю уклонение, попробую. Так. И навряд ли Рафаэль, ой, Леонардо его добьет. Хотя у него пониженная защита. Так, еще не забываю, у него контратака. Кирби сразу сдохнет, ребята. А мне ничего не остается, как бомбить по нему. Короче, я подставляюсь. Оу! Кирби, вот это да, вот это ты красавчик. Ты смотри, что он сделал. Он уничтожил Рафаэля. Я не ожидал, я думал, что мы сейчас крикнем, и Рафаэль его убьет контратакой. Но ты видел, что получилось? Ха. Так, ребята, ровно 50-е место. Отлично, нам еще нужно 5 боев. Но хватит ли у нас героев? Так, кубки пока 22-16 идут, да? И, наверное, мы выберем с вами вот этого вот. Таню. Танюшку возьмем. Так, Лео, у нас еще 2 отката с тобой есть. И как-то вот нужно отыграть вот этих. Ну, сложно будет это все сделать. Хотя есть тигр, есть... Я не знаю, Тимми брать вместо, например, мухи. Или так попробуем. Давай попробуем так. У нас все-таки есть Ванька, есть тигр, они массовики, и поэтому я думаю, что все-таки у нас должно что-то получиться. Так, главное, чтобы упал здесь Кирби. Он падает, тут еще помимо Кирби упал еще кто-то. Так, делаем массовый выстрел. Так, слэш упал. Ой-ой-ой-ой, вот это плохо, ребята. Ай, как же я боюсь, когда вот всегда вот так вот делают. Давай, наверное, захиляемся. Так, нам нужно... О, Донни, спасибо тебе, что ты поставил защиту, а не стал бросать сюрики. Так, и я думаю, наверное, добивочный, да? Только не от Джастина. От Лео. Фу, слушай, идеально, ребята, прошли. Ну, ты понимаешь, да, что вот наш хиллер, когда он применяет, например, всякие зелья или отхиливающие свойства, он не может захилять нас полностью. Потому что мы сами по себе слабы, и скиллы у нас эти не прокачанные. Так что, как бы, на это лечение особых, как говорится, надежд не стоит возлагать. Ну что, ребята, мы с вами на 42-м месте. У нас еще есть бойцы. Ну, естественно, мы с вами продолжаем. Так, я не буду брать пока 70-х. Я возьму вот Макса, у которого еще пока 68-й уровни. Лео я, наверное, брать пока не буду. А возьму Бакстера. Возьму Бакстера и к этой команде присоединю Тимми плюс Сплинтер плюс Карайка. И возьму, наверное, сюда Рокзара. Вот такая вот у меня будет команда. Попробуем именно ей справиться. В принципе, Бакстер Стокман, да, если у нас Рокзар возьмет провокацию, все, все планы мои поменялись, ребята. Я немножко на другую рассчитывал, но видишь, Микеланджело поставил уклонение. Сейчас будем с вами мазать, как всегда. Хотя, если у него не прокачанный скилл, да, может быть, ничего и не получится. Так, ты посмотри, что он на себя тут навесил. И защиту. Так, хорошо, предположим, кого мы с тобой можем добить? Роквелла можно, в принципе, ушатать. Угу, конечно. Мы тогда, наверное, с тобой тоже сделаем дебаф. Ой, точнее, баф. Конечно же, баф. Так, у нас все с тобой идет на атаку. Правильно. Майк еще делает отхил. Да ты запарил уже, а? Смотри, смотри, все свои мощные атаки они проводят. Это нам плюс, друзья мои, большой плюс, потому что сейчас будем развлекаться уже мы с вами. Минус Рокула, это раз. Так, кого там дальше-то с тобой лучше ушатать? Наверное, Майки, да? Просто бомбанем, промахнулись. Так, атака, плохая, ребята, атака. Еще и в оглушение поставили нас. Так, мне нужен кто? Ну-ка, давай-ка бомбочками. О, Майки минус.
Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Какая провокация, ай, дурила. Тогда нам нужно срочно, ребята, уничтожать. Промашка. Так, доп. Защита. Так, Ваня начнет. Ну, конечно же, гранатомет. Опачки. Блин, что делать-то будем, а? Бомбочка, что-то мне кажется, что нас сейчас тут потихоньку-потихоньку разберут. То ли Ваньку уничтожать, то ли Криса. Не могу никак понять. Так, выпускаю волну. Вау, минус. Так, делаем с тобой установку на крит. И попробуем, наверное, с тобой... Так, а заблочить, интересно, мы сможем, если ударим, нет? Давай так сделаем. Заблочили, отлично. Так, Тимми, стой, родной мой, держись. Я понимаю, что тебе больно, по тебе бомбят, но ты должен терпеть. Так, минус Ванюша, остается Крис Брэдфорд. О, мы ему понизили атаку. Защиту. Ну, Тимми, пробей его. Слабак. А если так сделаем? Отлично, друзья мои, слава богу, никого не потеряли. Но накаленный был бой, на самом деле. И мне почему-то понравился он. Хоть я немножко и запереживал. Блин, ну мы перейдем сегодня в мастер 2 звезды или нет? Такое ощущение, что не получится, потому что не хватит у меня героя. Так, здесь, наверное, возьмем с тобой Леона. Или... Ну да, лучше брать Леона, скорее всего. Так. Лео, стоит ли нам брать? Нет, давай возьмем с тобой Усаги, Железноголового, Брэдфорда, Зека, раз, два, три, раз, два, три. И тогда еще кого-нибудь из слабеньких. И это будет у нас, ну, пускай будет Рокстеди. Я надеюсь, он выживет, не упадет здесь. Я просто еще хочу один бой потом провести. Ну что, ребятульки, бросаем бомбочку. Отлично, так, дальше у нас идет супер удар от Усаги. Давай, давай, родной мой, жги. Так, минус, минус, и остается нам только добить Бакстера. А эти ребята, ну, кто-то отдуплился бы от постепенного урона, а кого-то нам пришлось, видишь, добить самому. Ну что же, последний бой у нас с тобой остается, и нам чуть-чуть с тобой не хватит. Но я надеюсь, что завтра я приду с работы, да, с утра. Это будет где-то в часов 10. Так, и если не вырублюсь, как говорится, попробую все-таки дожать, прожать. У меня, конечно, долларов не хватает, да? Я бы так бы купил бы от Катьки, и все было бы чики-чики, но... Ну, не знаю. Как получится, так получится. Ну что, ребят... Ой, погоди, ну ладно, взял так взял. Так, возвращаем Лео к себе и берем с тобой еще кого-нибудь из слабеньких. Это будет у нас... Я возьму Донателло. Донателло видение, пускай будет. Ну что же, друзья мои, давайте попробуем наказать противника по всей строгости. Ну, во-первых, делаем уклонение. Уклонение — это наше все. Так, дальше делаем вертушку. И остается лишь добить. Или мы можем с тобой взять провокацию. Нет, я все-таки, наверное... Возьму провокацию. Подкупает меня просто то, что они могут уложить Донателло видение. Главное, чтобы Бакстер не выпустил волну. Надеюсь, мы его добьем сейчас. Изи. И Ванюшка пучеглазый. Все, друзья мои. Что я хотел, я сегодня, в принципе, сделал. Ну, я надеюсь, вам это понравилось. Все мое, так сказать, выступление моими персонажами. Так, и мы с тобой перелетаем на 16 место. Совсем, ребят, чуть не хватило. Максимум 1-2 боя, и все. И мы бы с тобой были в мастере 2 звезды. Ну, я еще раз повторяю, завтра будет понедельник. Есть небольшой отрезок времени, где я могу успеть подтянуться, да? И, может быть, сохранимся с тобой в Лиге мастеров 2 звезды. Но это не точно. Так, что у нас с тобой? У нас, кстати, смотри, 245 осколков, да? Нам нужно для прокачки, например... Ага, 400. О, еще, ребята, 3 недели нам придется ждать. Это как минимум. 3 недели для того, чтобы получить платиновые осколки и будем с тобой прокачивать. А вот кого
самое интересное, кого? Кандидатов просто море. Просто куча. Можно Шреддера прокачать, да? Можно прокачать Тигринного Когтя. Можно Ваньку прокачать, Стиранка. Всех тех ребят, у которых есть массовые атаки. Вот их. Супер Шреддер хочу, ребята. Пятую звезду. Блин, а потом его прокачать в платиновый ранг. И Кренга. Ну, с Кренгом тут, конечно, очень и очень долго. У него только 3 золотые звезды, а нам нужно 5. То есть это долгая песня. Донателло Видение, кстати, у нас скоро тоже получит 4-ю золотую звезду. Совсем немножко осталось, да? Смотри, Рафаэль фильм через 7 ДНК получит 5-ю золотую звезду. Тоже очень прикольно. Да, с кроликами тоже немножко, ребята, запарочки у нас происходят. Ну да ничего. Всему, как говорится, свое время. Вон, видишь, Рафаэль оригинальный. Еще 7 ДНК, и он тоже получит 4-ю серебряную звезду. Да, также, в принципе, и Рафаэль ролевой тут тоже рядышком пляшет. Тоже, как говорится, готов прокачаться. А где у меня Пит? Вот, самый-самый долго прокачиваемый персонаж. Это Пит. На него очень тяжело искать ДНК. Да практически невозможно. Они, по-моему, только в магазине. И в каком-то из испытаний, которое очень-очень редко выпадает нам. Ну что, дорогие друзья. Хотя, подожди, зачем мы будем еще прощаться, если у нас есть, по-моему, пицца? Ведь есть... Мы хотели с тобой Донателло прокачать. Поэтому, я думаю, стоит немножко уделить времени на поиски силовых ячеек Кренга. Поехали. Ну надо же, вторую мы с тобой достанем. Третья. О, вроде пошел процесс. Ага. Как прошел, так и ушел. Четвертая, друзья мои, четвертая силовая ячейка. Так, это мутаген. Все, пицца закончилась. Но зато у нас с тобой есть мутаген. И мы можем с тобой прокачать. А кого я там собирался? Да полтинника, вот, Рокстеди. Ну вот, совсем другое дело. А Рокстеди у нас стал 50-м уровнем. Хоба, хоба. Еще с таким этим. Как-то советская звезда еще на груди. Все отлично. Ну что, ребятушки, а теперь уже будем точно, как говорится, прощаться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.